Протесты в Тунисе. Власти предложили помощь бедным. Под действие программы попадут 250 тысяч семей. Правительство Туниса предложило программу помощи бедным гражданам в размере более 170 миллионов динаров, около 60 миллионов евро. Об этом сообщил министр по социальным делам Мухаммед Трабилси. По его словам, под действие программы попадут 250 тысяч семей, нуждающихся в помощи. В частности, правительство минимум на 20% намерено увеличить социальные выплаты для малоимущих. Кроме этого, власти хотят помочь бедным семьям в приобретении жилья. Также в будущем всем без исключения тунисцам будет гарантирована медицинская помощь. Ранее президент Туниса Бежи Каид Ас-Сиси провел экстренную встречу с представителями партий, профсоюзов и работодателей. Как сообщал корреспондент.нет, на этой неделе в Тунисе начались массовые протесты из-за роста цен и повышения налогов. В результате противостояния погиб один протестующий, пострадало около 100 человек, половина из которых – силовики. Полиция задержала около 800 протестующих. Источник – русская служба Deutsche Welle. По материалам сайта newsgro.com.